Привет всем, добро пожаловать на канал Деревеньку Пруда. Вот у нас такая вот погодка. Уже все почти просохло после дождей. Так кое-где лужи остались. На улице у нас сейчас 22 градуса. Давай дойдем до кроликов. Как они там растут. Так, вот они, наши кролики. Ух ты! Они что, в гости друг друга ходят, что ли, смотрю. О, гляньте, в гости пришли. От серушки бегают кролики в гости к соседям, к тому мелкому. О. Какие они уже большие-то. Ну-ка, давайте их поближе засниму. Тот еще слепой, глазки не открыл, а эти уже выносятся. Вот они. О, ну тоже брыкается. Ну-ка, иди-ка сюда. Вот он. Вот он. На пол его класть не буду, а то боюсь, убежит. Так, надо им края вот эти вот заделать, чтобы они не смотались. А то он уже, вон там уже. Так, ну-ка давай, дергай оттуда. То они уже стремятся убежать. Надо заделать края в них. И вообще бы у них кормушку им перекрывать, чтобы они не бегали. Сеном лучше пока время давать туда. Тем более сена сейчас у меня уже нету. Уже трава пошла. Вернее, у нас. Вот, чтобы они не бегали туда-сюда. Надо переградить им. А траву им прям в клетку накладывать, да и все. В кормушке. Так, у тебя тут что? Все хорошо? К папашке пока никто не бегает? А? Тоже подросли твои хомячки. Вот они. И серенькие, и беленький один. А? Снежка. Что, давайте вас покормлю. Ну все, накормил их, напоил. Пускай едят пока. Ну, изоляция их я займусь чуть попозже. Мне на первом деле картошку надо посадить. Пойдемте посмотрим, что там на огороде, как там земля просохла или нет. Так, лук уже у нас весь повыстреливал. Все, лучок полез. Не очень ровно, конечно. Ну ничего, зато все свое. Ага, земля, смотрю, уже сверхкорка потрескалась. Внутри сырая. О, как пластилин. Внизу. Как пластилин. Так, значит, с утра мы картошку сажать пока не будем. С утра, наверное, не будем сажать. Наверное, ближе к обеду или после обеда займемся. О, тут все заколосилось, все прет. Особенно пекинская капуста. Ботва точно прет. Вот это пекинская капуста. Ага. Это огурцы гармонист. Так, это редиска. Надо дернуть редиску. И вот тоже редиска. Ну, сам корешок не особо большой. Ну что ты говоришь, ты возьми, выдерни, покажи, вот, любую. Вот, ну. Ну, это не круглая, длинная редиска. Да. Тебе какая нужна? И вот такая прям, с кулак. На самом деле. С кулак надо. Я сейчас не хотел редиску. Не хотела, получил. Тем более я выдернула самую такую. Это еще наешь.
не мытые не ем. Абрикосик просыпается. Просыпается абрикосик. Ой, надо жасно сходит. Что это? Астры. Нет, это не астры. Вот астры. А вот это астры? Она начинает сходить. А это что? Это? Блин, подожди. А, цинния. Цинния. А тут вот это же, где не сходит, это подсолнухи. Это демишка. Но они 15-го года, скорее всего, не зайдут. Я знаю, что это такое. Это чистодел. Тоже. Хорошо идет. У нас тут. Пойдем позавтракаем. Редиску съедим. И приступим к своим делам. Ага. А вот, ребят, еще. Жена посадила абрикосы из косточек. Вот уже. Раз, два, три, четыре. Четыре штуки зашли. Ну это уже будет не абрикосы, да? Это уже будет, наверное, гандичка, жардельки. Что-нибудь-то будет. А это вот розы, плетущиеся. Они у нас, короче, не перезимовали. Вот одна и вот вторая. Они у нас не перезимовали, померзли. Жалко. Ладно, пойдем завтракать. Ну все, подготовил свой мотоблок. Поставил ему новые колеса. Вернее, поменял ему резину. Акустик поставил. Груз. И все, сейчас будем сажать картошечку. Сейчас я буду нарезать. А ребятишки будут бросать картошку. Так, ну все, ребят. Вот первые две борозды я прошел. Вот, все нормально, регулировать ничего не пришлось, ширину померил, мне получается где-то 70-65, ну 65 это вот в этом месте мне их заузил, а так там вот 70, вот чуть вильнул вторую борозду, ну ничего, потом все выровняется, конечно хотелось бы чуть-чуть еще пошире, попробую, чтобы было 70, не меньше, 70 туда-сюда, плюс-минус плясало. 70-75. Попробую такую ширину выдержать. Вот. Сейчас я позову своих главных помощников. И начнем. Но вам приятного просмотра. Все, у нас процесс уже пошел. Вот, видите, уже почти до конца дошел борозду. Осталось ему немножко. Ульян до половины дошла. Ульян пришла. Сейчас еще Матвей подойдет. И начнем. Тут делов-то. Сейчас работы.
Ну все, побросали ребятишек картошку. Сейчас посчитаю, сколько получилось борозд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Вот получилось 20 борозд. Сейчас я их закрою. И все. Ну потом планируем еще их это заволочить. Как-то так. Ну, ребят, на этом все. Кому понравилось видео, ставим лайк, пишите комментарии. Все, всем удачи и пока. Вот, поймали беглеца. Убежал. Подожди, сейчас еще сниму. Весь день пытались его поймать. Кто у нас поймал кролика? Я. Как ты его поймал, расскажи. А, вы вдвоем с Дениской поймали, да? Он ему не дал палкой завести. Подожди. Молодцы. Все, теперь его к мамашке отнесу. Весь день бегал. Небось голодный. Алексей поймать не мог, а мальчишки молодцы. Ну да, спасибо. Так, что, мамашки? Давай, мамуля, принимай своего отпрыска. К ней пошел, да? Да, да, да. А, ну вот он сзади ходит. Ага, ага. Ага. Куда, куда, куда? Ты глянь, как на свободе, а? Ага. Водички немножко набрать. К мамульчике иди. Сейчас подолью.